Иванова шагает в ногу с Лондоном. В Англии открыты 30-е летние Олимпийские игры. У города невест свой праздник спорта. Открылась первая городская пара-спартакиада. Горожане с ограниченными возможностями здоровья смогли попробовать себя в 7 видах спорта. Один из самых зрелищных, пожалуй, заезды на колясках. Лариса Нестерова о том, что такое боевой дух, знает не понаслышке. В прошлом она гимнастка. Собственно, спортивная травма и приковала ее к коляске. Приковала, но не сломила. В каких-то видах места занимаешь. И первые бывали места, и вторые, и третьи. Ну, так что тут зависит тоже, как и от самочувствия, и от удачи. И... Нет, девушки. В общем, как в спорте, кому как повезет. Дело здесь не только в везении. Многое зависит от коляски. У некоторых новые, и едут они легко. У других тяжелые и несовременные. Чтобы преодолеть дистанцию в 60 метров, нужно приложить серьезные усилия. Лучшим среди мужчин стал Николай Шарин. Этот известный на всю страну паралимпиец лишь подтвердил свои прежние завоевания. Силы тут придает и дружеская, почти семейная атмосфера среди участников. Честно, я здесь себя спокойно чувствую. Если бы соревнования были уровнем выше, например, внимание, новые, тот же самый областные соревнования, либо чемпионат России, либо ЦФО по Центральному федеральному округу, то, конечно, там было бы волнение. Ну, как бы стараюсь уже не бороться с волнением, а выступаю вместе с ним. То есть вот это самое главное. Кроме легкой атлетики, спортсмены посоревновались в пауэрлифтинге, настольном теннисе, толкании ядра, шахматах. Среди участников соревнований – опорники, инвалиды по слуху и зрению, больные с общими заболеваниями. Однако ни для кого из пришедших на стадион это не становилось препятствием на пути к победе. Эти соревнования проходились не раз, не первый раз, но отдельно. Там, допустим, по штанге, по теннису настольному. А это спартакиада – объединение всех видов. Это спартакиада, первая параспартакиада города Иваново. Из 60 спортсменов, которые решились попробовать свои силы, будут выбраны лучшие. Из них сформируют сборную города Иваново. В таком составе местные паралимпийцы примут участие в областных соревнованиях. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.